То есть вы ни с кем за все это время не, скажем так, не поссорились, правильно? Потому что вы такая благостная. Нет, и... никогда не поссорилась, при этом было много предпосылок поссориться за последние 3-4 года, как раз вот Роскино с «Экспортфильмом». У нас была очень тяжелая ситуация с фондом кино. Там был международный отдел. Да. Это была создана искусственная конкуренция. Я сейчас не буду вдаваться. Ой, это прям большая длинная история, очень серьезная. И я бы не по-моему, на последнем Каннском фестивале вы как-то мы уже объединенно, да. Да, и пришел уже Антон Малышев. Мы уже все сделали речардж наших отношений, полностью возобновили. И теперь вместе я надеюсь, что это принесет общую пользу всем, поскольку эти раздвоения, две академии, два... Он пошел к вам. Ничего, хорошо. Это она, поэтому, собственно... А, да. Быть. Две академии, два союза кинематографистов. Это все не несет ничего хорошего. Все-таки должны быть какие-то... А вообще союз кинематографистов хотя бы один, он нужен? Если мы говорим, что державы нет, зачем нужны державные институты? Я считаю, как это? Союз кинематографистов должен быть профессиональной структурой, защищающей своих членов, вырабатывающих правила игры, как академия. То есть, как в Америке есть гильдия, да, которые профессиональные, защищают своих членов, вырабатывают правила игры. И там все работает. Но в нашем случае, боюсь, что это несет некие уже другие функции. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».